Балакс. Он ходит вокруг меня, он бесит уже. Я даже не знаю, кого, слушай. Давай, убивай ее. Давай, убили Атраксу. Отлично. Хорошо. Но они что-то по разным сторонам ходят. Да Почти. пофигу, насрать. Забей на него. Да. Сколько у него спит? О, слушай, раз ХП почти нет. Да уйди. Уйди, просто уйди, пожалуйста. Так, я возьму. А здесь могусик? А, нету. Нет, у меня только Дай каретки. каретку, пожалуйста. Угу. Сейчас, секунду. И всем доброго времени суток, с вами Брагос и Вика, и вот... А, че это? А, понял. Ну, Чего? короче, иди фарми, че. Я как бы... Хук-хук. Красиво. Да, нормально. Ну, да, нормально, Готово? конечно. Чего? Давай. Ну, кирса есть. Только ты ее не увидишь. Толком. Я могу вот так постоять. Разве что. Ай-яй-яй. Ну, знаешь, тут типа... Ну, знаю. дай Кирсу на это дал. Я даю. Или на это. О, она умирает. Давай тогда убьем, если она умирает. И пойду того еще душить. Я вообще душитель. У меня второй есть, если что. Давай. Ну все. Отлично. Он погиб просто. Тебе фласку. А, да ладно. Сейчас дровку еще убьем. А, маны-то нету. Ни на что. Мне надо привести себе сначала. Вот так вот. Там Поддержка немножко мне? чего-нибудь. Я иду. О, слушай, а есть это? Что? Есть, кстати, третий скилл. На, я тебе могу Но за... еще есть раста. Да, спасибо большое. Вот сюда, да? Да, она уже под кирсой. Все нормально. Она как бы не выживает. Nice. Ну... Ну, 8 манты на второй минуте. Меня все устраивает. Да, все вообще прекрасно, на самом деле. Меня вообще все устраивает, честно говоря. Стой, подай мне одного крипа. Транквилы будут. Я хоть в регене хп не буду нуждаться. Оп, красиво. Так, и несу. Тебе надо что-то? Ну, вообще, да. Ну, бери. Так, я отойду пока что. Так, что ты там взяла что-то себе? Да. Хорошо. А что, все, Тракса к нам не вернется? Да, по-моему, она это обиделась на нас. Блин, обидели ее. Грустно. Голосенько. Хотелось ее еще О! поубивать. Смотри. Готово? Она здесь. Давай, Ну, давай. Кирсу. Да, давай. Пока. Красиво. Ну, Не, нормально. Ну, да Траксак тут. я не привыкаю просто к тычке без ПТшки. Да Мне бывает. грустно. Мне не хватает прям вот, ну прям крошечки. О, погоди. У тебя еще мана пригенить? А, блин, ладно, Подойди, забей. подойдешь. Извините, тетя. Давай, Вы соло. погибли. 12 инты, не, но я талант точно беру на инту. Дожить бы сначала до Просто. него, на самом деле. Да, тут, знаешь, такими темпами достаточно быстро дожить. А Ростислава? А, давай. Он где-то, да? Я их Ну. у комби стою. Но он шел ровно на самом деле, вот хук. О, Угу. все. Здорово. Нормально. Даже Кларити не сбили, слушай. Блин, а мне сбили. Дай кварти, пожалуйста. Сейчас. Давай. Нет. Красиво. Там Я денежка. забаунтил. Да, я понял. Сейчас заберем. Может, даже на мид схожу. Там. Все равно у тебя фрифарм полный. Сейчас. У меня уже Ну, Аксис это да. есть.
Роль, я тоже цепанул. Эх, жалко. Это, курил, там урна, а я к тебе на микросы. Че такое? Да. Оранжевик умер чуть раньше. Прискорбно. Да, там тычечка последняя прям. Такая грустная. Так, ну все, теперь есть ПТ-шка, можно вообще жить счастливо. Нулик и ПТ-шка, и вообще все есть. Давай, красава. Все, красиво. Господи, какая же она несчастная. Мне ее так жаль. Разве? Да, я перединайла вообще всех крипов. Во, у тебя 14 инты. Она стоит такая грустная, такая грустная. А руна на боте активная. Ну, я как бы... Прости. На топ иду? За что? Я сайленсер с ПТ-шкой, ты меня не перединаешь. А, ты передни. И моих крипов тоже не перединай. О, а это ты, господи, мне вообще уже страшно стало. Да я сам себя иногда боюсь, когда утром просыпаюсь. Ну, что началось? Так, короче, я рут качаю. Рот. Не рут, а рот. Всё. Давай. Блин, вот раньше можно было сквозь сережку хукать, было вообще прекрасное время. Сейчас надо смотреть, как бы там то-сё. Не, я за Паджа не играю, смотреть не мое. Не, я просто... Мне надо так, чтобы не смотреть. Но за Мирану получаются периодически неплохие стрелы. А чё, ты ушёл? Ну тут что-то инвокер бушует. Ну у меня пока все спокойно, знаешь. Да, я понимаю. Прекрасно. Прямо вот. Ну ты напросилась, конечно. Так, я, наверное, на тост сделаю или форстав. А, точно. Можно же блинк сделать. Ну зачем блинк, когда есть форстав? Классика. Вообще, да. Блинки эти ваши, они какие-то, знаешь, неправославные. Но она там почти умерла. Она просто не выходит. Боится. Оно боится. Ну, могло... Мог их укануть. Так там же темно. Ну, типа, знаешь, повезет, не повезет. Иногда везет, иногда вот что-то... Иногда я невезучий. О, дай крипа потом. Это я помог, тупо. Да, спасибо. Помощник. То нормально все происходит. Так как. А, вон она где стоит. О. Да, она там прячется просто. Она даже не выходит никуда, она меня боится. Чего меня бояться? Не, курьер, конечно, беспалевный какой. Максимально просто. Это знаешь, более беспалевный только курьер, который. Сента, помнишь, где это? Цемка и Омник. Который вообще весь там светится, как елка просто. А, да. Вот этот вообще самый прям беспалевный курьер. Но она светится, если что. А у тебя когда? Ну, ты можешь просто ее... Не-не-не, ну-ка... Подойди ко мне. Да ну тебя. На. Ладно. Это не заменит двух интеллектов. Ты забрал мой интеллект. Ах ты. О, сори. Ну и ладно. А хочу-ка я прям сразу с разбегу орчит. И вообще у нас форса или атос, там типа статы. Так а нафига? Статы? Во-первых, у меня это... как он, господи? Ну, в курсе там вот эти всякие задания. О, ты инвокер, жук. В доте плюс, это раз. Во-вторых, лишнее сало никогда не бывает. Давай. К тому же у меня все будет достаточно клево со скоростью атаки. У меня там еще талант есть, поэтому у меня вообще прям все будет. Нормально. Ажурненько. Я на топе чекну руну. Руну. Тут-там-там. Ну, она на меня полезет только когда будет... На боте активно. Когда будет что? Когда будет шестой у нее. Не будет. Ну пока что нет.
Не, ну вообще, как-то смотришь на противников, и все очень больно. Пока что ей очень больно. Иди ко мне. Так тут один крип, куда иди? За интеллектом? Сейчас я сам подойду. Да блин, опять тележка, да что? Ты приходишь тупо под телегу, да? Ты не добиваешь крипов, тетя. Где она? А куда она? Где она? Ну давай, за интеллектом. Давай, добивай. Красиво. Да ты достал, потому что, Андрей. Да ладно, что сделал-то? Ты так по всему, да ты и так по всем лайнам ходишь. Я хочу интеллект. Я только на двух был, на самом деле. Я только на мид два раза пришел или три раза пришел. Три раза пришел. На двух из трех, между прочим. Да-да. Не, я просто смотрю на третий, там антимаг с Рубиком сами справляются. Слушай, ну у меня вообще, по-моему, все замечательно. Ну, я рад. Ну, стоит туда фармить. Пойду, наверное, еще посмотрю. Ну, тут дровка после шестого пойдет в лес. Можно будет ее там... Тут уже кто-то лес, кстати, пылесосит. Немножечко половить. А, тут такс. О, братан. А, и дровка. Не очень. Ну, бывает. Что, мне всеми хуками, что ли, выпадать? Я же не опен... Эй, как там, бот. Правильно, правильно. Наверное. Вон дровка. Какая же у Сани сероприятная тычка. Просто восхитительная. Самое стрёмное играть это на линии. Вот там прям вообще так неприятно, если честно. Но на то у нее пассивка. Что ты там? Да не знаю, просто в гости. Вытворяешь. Ты как-то это вообще. Тебя ничего не смущает, например, там 12 минут всего. Да нет, все нормально. Ну, бывает, умер, да и хрен с ним. Все равно тут за мной Акс с инвайкером бегает. В принципе, для антимага много спейса. Да у меня кэрри стали, куда там антимаг? Кто он вообще такой? Не знаю. Крип какой-то. У меня спектр. Привет. Ну она 5-го левела. А я 10-го почти. Подумай. Ну-ка. Короче, смотри, у меня тупо нету, я иду на ноге. Поэтому я еще долго-долго буду идти. Блин, я первый тот, кто сделал ФБ, и первый тот, кто сфидел. Как бы, надо быть первым во всем, правильно? Первым во всем. Забавно. Она умерла. Воу. Я знаю. Как же им больно. Сильно. Она стоит 5-го левела против меня 10-го. Можно вот так, спросить, зачем? Это ты там, я слышал, на меня нападал? Падла. Здорово. Ладно, пассивку возьму. Орчит почти есть. Хорошо, стой фарми. О, а это что такое? Там уже потом можно будет просто ходить и устраивать. Нормально. Очень веселые вещи. Не, ну это, знаешь, это какое-то избиение детей. Я не понимаю. Знаешь, люди... мне было очень грустно, когда мне сказали, что Сайленсер это бесполезный герой. Ага. И со мной стоял на лайне снайпер, который был 3-го уровня, а я 7-го. Но фармил он. Он потом в конце игры говорит, что ты делаешь, это же бесполезный герой. А-а-а. Я говорю, бесполезный герой это тот, которого ты взял. Не, ну на самом деле... Одного убил другого, нормально. Нормально.
Так, ну... Очень спасибо, кто двойку возьмет. Спасибо. Ну все, мне моя работа закончена, хорош, так сказать. Там что-то на строль пошел. Нажал кнопку Rage, пошел по Т4 и умер. Вот. Плохо. О, а го убьем их? А, не убьем. Тут тележка. О, можно? Всех убьем. Го. Я всегда кто-то должен сделать телепорт. Либо зайти на хайграунд смерти. Люблю хайграунды смерти. Особенно, когда на миньоре играешь. Да, у тебя обычно такая терминология просыпается, когда ты играешь на миньоре. Ой, крипы. Так где ты инвокер должен фармить? Где он? Я, конечно, извиняюсь, но... Рубик, у тебя ничего не выйдет. Сколько прекрати там? А, 18. 20. Активные кнопки на двойку поставлю. Оп, дровка, здорово. А, ну... Это крип все мешает, цель. А что там такое? У меня нет интеллекта. Я хочу на интеллект. Привет, инвокер. Как твои дела? Нормально. Возьму опыт получаемый. Неплохо. Ну, конечно, крип меня тогда подставил для про полет Атос, я забыл. Что-то долго. Ладно, Рубик похиляем. Пойдем? О, там Макс. Да. А, да, Макс. Он тут должен сейчас пойти. Я просто это немножко. Привет. Нет, меня сейчас убьют. А, это настоящий. Здорово. Сейчас, ко мне. Санстрайки там, вот, фигня. Иду. Успела. Красиво. Да, вообще все замечательно. Тролль, купи манту. Там сайленс, хрень. Так, ну теперь я хочу... Здорово. О, не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет! Да ну, блин! Ну, сори. Вот это вообще было не очень. Здорово. Блин, грустно. Я возьму. Голубим. Там спектра стоит фармит. Даже идти не надо. Красиво. Давай, что ли, я пайп тогда куплю, чтобы вот такого больше не происходило в этой жизни. Да, было бы неплохо. А ты... Ну, так неприятно было, конечно, под агру попасть, вот прям очень. А особенно стрик было очень неприятно. Я могу дать глобу, если надо. Давай. Ради одного этого. Нормально, такое. Нормально. Мне не жалко. Почти пайп готов. Так, это сюда. Давай к нам. Чтобы там... Я сейчас, иду. Сейчас драться будем. Охренеть, у меня 29 кошек. Господи, боже мой. Это да, это здорово. Нет, там я не хуканул. Вот так. Каком... Я всегда знал, что крипы меня не очень любят. Да куда опять подменить? Ну... Иди ко мне. Да что он такой злой? О, хорошо.
Что-то нормально. Не-н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 е. От Аграрио Агро еще никто не уходил сюда. Отходи, отходи, сейчас умрешь. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Красиво. Назад, назад, санстрек, санстрек, санстрек. Мало ли. Красиво. Что-то я играю, Олег Гроз помнил. Так, на. Спасибо. Иду, иду. Я не знаю, я хочу Хекс или я хочу Кирасу. У меня тут как бы сложный выбор. К сожалению, мана у меня закончилась. Куплю еще Кварити. У меня, сори, мана. Может, не... все-таки... блин, я не знаю, слушай. Насчет. Хекс или Кирасу? Ну, Кираса, она такая более... Я бы, на самом деле, тебе могу предложить третий иной вариант. Это... Шила? Нет. Это либо Атос, что дает тебе хорошие статы. Либо... Либо пику собрать с форстафа. Пика, да, пика норм. Ну, можно и пику, в принципе. Душим? Я хз. Обычно, знаешь, нас так душат, а тут что-то... Ну, не знаю, как обычно. Кто тебя там душит? Ну, у меня вообще все прекрасно. Найс рофлиш. Да ладно тебе. Че такое? Ну да, давай. Тригент. Блин, 12 зарядов у руны, 42 кожи. Господи. 60 энты. 60? Вау, сильно. Это я еще пока стояла, там пушила, не подходила. Было бы около 80. Ну, приблизительно. Ну, что-то антимага слотов маловато. Worst mates. Понял. Ну, слишком маловато. Ну? Какие у нас еще есть варианты? Тут уже все, тут уже без вариантов. Здорово. У меня 49 хп регена. Дроп. Дроп ливнул. Она просто ливнула, да. Ну, неудивительно. Неудивительно. Не, вообще все классно на самом деле. Ну, на самом деле все слишком классно даже. Знаешь, мне кажется, сейчас наши все тиммейты фалятся, у нас трону. Привет. Го-го-го-го. Здорово. Ну. Ну. Так, инта есть? Есть? Нормально. Все есть. Вообще все отлично. А го под фонтан. Классика. Как бы. Нет, мана. Собака. Тролля жалко. Ну, наверное, не очень жалко. А, они меня пробить не могут. Интересно. Ладно, давай просто рунду ломаем. Ну, как бы нормально. Всем спасибо за просмотр. Ну, такая понятно. Более урофильная катка. Всем удачи, всем пока.